когда у тебя 5 пар. Прикинь, и ты не выспался вообще максимально. Боже мой. Этот взгляд. Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в My Singing Monsters. Всеми желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм. Это очень-очень важно. Ну что же, друзья, наконец-то! Ну, я тебе говорил, что долго у нас серии получаются, потому что они без доната, плюс еще там выведение вот это сложное. Но сегодня у нас проснется остров. Так что, кстати, огненное убежище, дай-ка я загляну, погляжу кое-что. Да, тут есть, если что, у нас 2 монстра. Так что, ребята, не переживайте. Как говорится, серия не пустышечка будет. Вот, остров земли. Все, ребята, let's go, бать, пора просыпаться. Ну, блин, ну тут... Я не знаю, почему именно в эмуляторе у меня, видишь, он не собирается. Там последний осколок, по идее, вот этот вот, должен так... В итоге вот... Загадочка. Все, есть, ребят. Ну, короче, просто мне с мобилки можно теперь это нажимать и все. Потому что смысла нет. Просто почему статично? Я не знаю, почему такой баг. Короче, все. Давай. А на самом деле уже как неделю можно было его спокойно, ребят, если вообще не пропускать, оживлять. Капец, просто смотри. Это чисто, я не знаю. Когда у тебя 5 пар, прикинь, и ты не выспался вообще максимально, боже мой. Этот взгляд. Просто посмотри на него. Не выспался. Капец. Бедный остров. Это капец какой-то. Реально, он очень-очень сильно заколебался, ребята, это видно. Когда лег в 5 утра... А вставать через 5 минут. Выспался. Да. Ну, забавно, интересно. Так, ребят, что мы с тобой делаем? Что мы еще с тобой делаем? Это я тут немного, да, фигню занимался, ребят. Отлично, отлично, отлично. Собираем немножечко монеточек. Он, в принципе, как и остальные острова тоже издает шум вот этот вот. Вот такой вот. Они, в принципе, все похожи, но отличают. Все равно отличаются, чуваки. Так, окей. Что, насчет рулеточки? Давай-ка посмотрим. Вдруг удача на нашей стороне. Давно нам вообще не выпадают нифига алмазы. И, похоже, вообще не хотят. Ну, ёшкин кошкин, давай. А, понимаю. Прикольно. Прикольно, вообще типа рекламы нет. О, слышишь? Нифига, какой звук! Прикольно. Так, ну ладно. Ладно, хорошо, ребята. А теперь погнали, поглядим на монстров. Вот. Итак. Бусчелла, ребята. Бусчелла. Мифический. Это, кстати, ну, вроде как новый монстр. Поэтому, ребята, отлично, отлично. Есть. Ее можно также отправить на другой остров. И... Понимаю, конечно, как же без этого. А что у нас по гостинице, ребята? Скромная гостиница. Вообще я могу ее улучшить, ничего страшного. А сколько у нас вообще этот? Ну, тут маленькая проблемка есть. Это да, это прикольно, что скидончик есть. Но ему же нужно время будет, да? А гостиница, кстати, гостиница сразу, ребят? Ну, один фиг, давай вот эту заюзаем. Слушай, да, а то я все равно их просру на факелы. Это полюбасу, ребята. А тут хотя бы со скидкой, это вообще идеально. Что по обитателям, ребята? Ой-ой-ой, мама. Бебра-батя, господи, япи тут даже, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас поглядим, кого мы с тобой можем продать. Блин, как-то жалко вообще их даже продавать, ребята. А что, у нас 15-й левел у Латёка? Тут первый. Ну так и так, короче. Блин, прокачать бы, конечно. Блин, они такие прикольные.
Это редкая, видишь, лек птица. Это редкая она. Ну, ее вроде как выкупить можно, да, ребят? Так, во-первых, вот смотри, два кабана у нас. Чисто два кабана. Ля, что делаем? Что делаем? Конечно же. Продаем. Ля, еще и большие бабки, смотри-ка. Нормально. Так, разместить, ребята. Отлично. Ну-ка, поглядим, друзья. Как же она будет сейчас? Так, пока... Давай накормим ее быстренько с тобой. Бля, трубочайка что делает? Смотри, смотри, смотри! И прикольно то, что, знаешь, клешня такая. Интересно. Как у крабиков. В общем. Господи. Ну должна уже начать. Давай, брат. Ничего себе. Ну, в центр может поместить. Слушай, ну прикольно, интересно. Вначале она влетела, как бы какой-то диссонанс у меня произошел, я не знаю почему, ребята, как будто вообще не в тему, но потом и во, дополняет, скажем так. Интересно, интересно. Ну, ее, понятное дело, ребята, надо будет нам телепортировать на остров мифов. Вот нам ее нужно туда, потому что ее можно будет скрестить. Поэтому ты у нас, дорогая, отправляешься именно туда. Так, отлично, друзья. Тут у нас пока, ну, скажем так, скудненько, но скоро новый монстр будет. И это меня очень радует, вот правда. Так, собираем, хорошо. Прям вообще великолепно. И также, ребята, еще остров Эфира. Мы идем туда, дружище. Мы идем туда. Здесь у нас, опс. Это, по-моему, у нас медуза. Как-то ее так. Гордуза. Смотри, дядька какой-то даже, я бы сказал, как будто, знаешь, в ковбойской шляпе. Погляди. Оу. А, ну вот у нас, вот. Я понял, понял. Так, погоди, куда-нибудь себя поставим. С неблобом вроде они прям, они, знаешь, как будто прям похожи, похожи, да? Так, гордузу. Вот, дружище наш. Не булоп. Да, все правильно, ребята. Так, мы быстренько его прокачаем. Такой дяденька усатый, а? Лё, огорчился он там. Он как будто ему массаж делает, да? Ну-ка, братиш, погоди, повернись. Я послушаю, как он поет. Тихонько поет. Даже я бы не сказал, что поет, а бормочет под нос. Я не знаю, почему он так тихонько поет. Я не знаю, ребят, честно. Почему ты так тихонько поешь?
Я не знаю. Я не знаю, ребята. Вот, в принципе, вот такой вот монстр у нас. А, ну давай, конечно, прочитаем описание. Что-то мы, кстати, не писали. Это. Ну-ка. Этому монстру эфира точно без в ребро попал. Даже среди пропиборгов из соседнего измерения про него ходят легенды. Свой циклопический взгляд на вещи и стиль исполнения они скопировали у Гордузы. И пусть они никогда не встретятся лицом к лицу, Гордузы великодушно отвечают на каждое фанатское письмо, а обилие щупалец помогает им писать по несколько ответов за раз. Ну, вот такой вот монстр, ребята. Не Блоб, вот, я не знаю, он прям ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А это... Не знаю, ну почему? Это реально, если знаешь, чисто выключать, короче, всех, по идее, либо именно громкость им там уменьшить. Потому что там, как можно? Ну-ка, погоди-ка, информация? Не-не-не-не-не-не. Сейчас, секунду. Подвинуть, да, вроде? Блин, вы маленькие. Ну-ка, тихонько. Вы его перекрикиваете, ну-ка. Ладно, короче. Окей, мы поняли, ребята, не буду зацикливать. На этом всем, да, ребята? И так понятно, ну тихонький он какой-то, ну такой вот. Вот. В принципе, давай залетим наконец-то, боже ты, да господи, ну куда мы пропускаем с тобой? Тихо. Колизей песни. Давай сюда. Давай, дружище. Что у нас тут? Наконец-то Арменчик 20 уровня и 17 уровень. Суперкотенок, ребята, это Риф, наш дорогой. Вот, его также можно обучить, ребята, поглядите на стоимость. Всего лишь 96 миллионов, ребята, 96 миллионов, 6 дней, 20 часов. Понятное дело, что пока, я думаю, не будем мы этим заниматься. В общем, битва. Да, ребята, сюда. Давай поглядим. Так, 20-й мы завершили с тобой, одиночный файл. Вот, у нас команда, наконец-то, вся 20 уровня против 20-х. Вперед, ребята, должны уже это сделать. Наконец-то. Давай. Что делаем мы с тобой? Выбираем, где будет... Ага, у нас нигде такого нет, да? Ну, давай так. Вперед. Давай, Макар, против Мамонта. Let's go. Хороший урон, дружище. Ой-ой-ой-ой-ой. Запрещенный прием, ребята. Только что вы видели на своих экранах. Ёшкин-кошкин. Нифига себе. Сейчас еще и не сможем победить, прикинь. Да что, блин, происходит-то, а? Ля, косарь, что? Отлично, брат. Держись, пожалуйста. Ой, замечательно. И теперь мы тоже добиваем. Есть. Есть, ребята, ну есть же, смотри, что творится, а! Ой, хорошо, ребята. Так, ничего, у нас преимущество, хотя фиг его знает, потому что, видишь, мы за барабанами, конечно, вот... О, все, ребята, все. Чисто перед зеркалом, да. Точно. Смогли все-таки, друзья, наконец-то мы побеждаем. Новый трофей в магазине. Опять же, мне будут в комментариях писать: вот у тебя почтовой ящик, забери алмазы. А там не алмазы, там, ребята, конечно же, будет у нас висеть 100 лет. Ай, ладно, окей. Так. Короче, давай битву еще тогда. Сейчас поглядим, что у нас там за следующая битва. 22-й, двойные стандарты. Ого. Так, у нас есть Хантер, Бродяга, Пельмень. Слушай, это вас теперь сейчас прокачивать надо, что ли? Блин, ребята, они же нас расхреначут. Это будет долго, ребята, да. Это будет 100% долго. Прокачка это будет занимать, конечно. Так, ну окей, давай, Бродяга, начинаешь ты. Ля по пузику, как он. Оп-оп, 5-5-5. Это слабое. Это было слабое, прикинь. Хантер, ну-ка, забради его, давай. Так, ну чё-то. Да он сейчас нафиг всю нашу команду, просто всю нашу Dream Team расхреначит. Чё ты творишь?
Ну, хоть одного победили, ребята. Хоть одного. Это меня радует. Да, наконец-то. Наконец-то. Короче, прокачки здесь придется... Ой-ой-ой, мама. Сколько вложить, ребята. Этот чемпионат, я не знаю, когда мы с тобой пройдем. Но ты понимаешь. Ну, может, и хорошо. Потому что Колизей особо... Мало кто смотрит, ребята. Чисто так вот... В основном проматывают. Поэтому... Все, все, я думаю, тут уже финал. Пресев, да, ребята, тут уже сразу можно. Ой, блин, все. Да. Вообще какой. Ну что же, друзья, обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. Вот такая у нас серия получилась. Надеюсь, вам понравилось. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.